Друзья, всем привет, привет. Всем привет, друзья. Мы сегодня в Костко на закупке. С Миюшкой, как всегда. Давай хай-фай. Давай, давай. Вот так, хай-фай. Все, надеемся, купим, как всегда, что-то новенькое, что-то вкусненькое. Ну и, конечно, недельная наша закупка со стандартными продуктами. Так, смотрим, новинка в Костко. Появилась такая для деток от фирмы Крайола, известная. Написано, что у нас бумажные цветы и бабочки. То есть, скорее, то уже все сделано, и ты просто их куда-то... А, вот смотри, видишь, приклеиваешь, делаешь свой огород или коллекцию бабочек. Интересно. Или в цветы, в стаканчик потом. Да. Да? Тебе уже нравится? Да? Да. О, смотри, новинка тут целый набор такой. И разукрашивать, и карандаши клеить. Есть. Да, да. Даже. А еще... Так смотри, как он здоровый. Это что, алмазная масса? Да, алмазная, как я говорил, лепка. Слово от Антона. Но здесь три штуки. А, состоят из три штуки. То есть полноценная картина, да. Нравится? Ну, переверни, пожалуйста. Ну. Смотри, как целый ряд клеить, видишь? Ты по одной штучке. Да. А тут сразу чик, целый ряд. Прощать не могу, да. Работу. $20? $20, недорого, ну, друзья. Да, интересно. Мне вот эта настольная лампа очень нравится. Такая она стильная, мне кажется. И там еще можно телефон заряжать. USB, наверное, есть заряд, нет? Очень стильно смотрится. Золото и белый. Да, USB сзади. Красиво. Да, да. Так, цена $40. Берем масло. Синтетик для наших машин. Да, полная синтетика. Значит, на него цена очень классная. $39 фирмы Castrol. Брали мы, оно было, стояло 49, мы взяли по скидке за 43, а сейчас вообще 38. Так что хорошо, да? Да. Нам где-то на две машины три банки надо, я думаю. А у нас сколько? У меня одна. Где-то 7 литров уйдет. У нас одна есть, вторую мы взяли, и потом мы еще через недельку-две еще доберем. И так будем в течение года... поднабирать, раз в год поменяли масло, и все, супер. В зимний, зимний период времени? Ну, в основном, да, перед зимой, потому что летом мы много накатываем, так что все, чики-пики. Друзья, а ты что так смотришь? Ну. Возьмем еще один большой органайзер. Стеллаж. Да, такой вот стеллаж. Эти яростные. Мы проезжали мимо, Миюшка кричит: «Папа, смотри, скидка на стеллаж! Да. У меня столько игрушек, их надо складывать куда-то». Да, друзья, это уже какой? Пятый. Пятый, точно? Да. Четвертый, мне кажется. Раз, нет. Два, три. Это четвертый, Антон, да. Мне кажется, пятый. Четвертый по счету. Но четвертый, который попался нам со скидкой. До этого мы брали по полную цену. Да. В общем, было 40, покупаем за 35. Очень хорошая цена. Супер сохраняет место. Стеллаж действительно хороший, прочный, не хлюпенький и вместительный. Отдел вкусного хлеба. Давно я не брала свой любимый хлебчик с отрубями. Две буханки хлеба за $10. Каждая 482 грамма. Очень он мне нравится, такой хороший. Даже немного сладенький, я бы так сказала. Что, ты рада? Мама хлеб взяла, да? А кто у нас еще хлебушек любит? Миюшка любит хлебушек, да? Миюшек, ты любишь хлебушек? Скажи, да, да, да. Ты лучше скажи мне, папа, Костко будут нас кормить? Точно. Ну, что-нибудь посмотрим. Возьмем вкусную печеньку. Такую печеньку любит у нас Ульяна. Килограмм печеньки за $10. Печенька с шоколадом. Очень вкусная, как я уже сказала. Сколько тут? 4 вида? Да, такие десерты. $22. 4 вида. Но не знаю. Это как не тортики, они как в бары, знаешь? Ну да. Жестковатая у них идет структура. Мне кажется, там кокосовая основа будет вот здесь. Ну, в принципе,
аппетитно. Как брауни. Наверное, да. Возьмем вкусных зажаристых круассанов. Недорого, $7 за 825 грамм. Там целых 12 круассанов. Ну, вкусных, масляных. Зажаристых. Угу. Масличком их так намазываешь и с кофейком. Сейчас скидка на филе красной рыбки. Это у нас сальма. Возьмем, наверное, вот этот кусочек. 23,43 за 800 грамм. Смотри, а здесь дикий лосось, угу. А у тебя фермерский? Да. Получается, но по весу он меньше, из-за этого цена меньше. Угу. Но по килограмму дороже, на целых $2. Но этот жирнее, он вкуснее. Да, скидки хорошие на рыбу. Ну. Так, хорошо, рыбку мы засолим. Будут бутерброды у нас. С круассанами. Да. С маслечком. Да. Возьмем мы копченый сыр от фирмы Балдерсон. Двойного копчения, хочу заметить. 500 грамм, цена какая? 12,69. Да, 12,69. Еще у нас вот этот любимчик, 600 грамм, гауда копченая, 13,89. Так как мы взяли филе красной рыбы, у нас будут бутерброды, сэндвичи, понадобится плавленый сырок. Можно использовать вот этот бурсин. Он уже идет специями. Очень вкусный чесночок. Две упаковочки по 150 грамм. Было 8, покупаем за 7. Очень хорошая скидка. Минус $2. Вау. Бутерброды, кстати, получаются очень вкусные с этим сырком. Вообще супер. Так, ну пока тачка мне наша нравится. Разнообразная, однозначно, да? Да. Так, вы меня будете кормить или нет? Ну, пока мы ничего такого не нашли. Интересно. Да, предлагали салат с соусом каким-то и тортик. Так, давай парашюты берем. Так, друзья. Да, ты тоже кушать хочешь? Супер, рассказывай. Так, хорошо, друзья. Давно мы не покупали парашюта. Возьмем упаковочку. 300 грамм. Такое вот мяско вяленое. Уже нарезано слайсами, $11, скидки нет, итальянские, да, продукт Италии. Капало слайд прошутто. Сушеный, да, вяленый. Dry cured называется, вяленый, да? Да. Итальянские традиции. Очень вкусно будет, даже с вот этими круассанами, да, с вот этим сыром. О, да, у меня уже слюни потекли после такого описания. Давно мы не покупали киви. Киви у нас Ульяна любит. Так. В упаковочке кило 300. Цена $9. Кстати, продукт Греции. Греция? Ничего себе. Да. Далеко везут. Такие, да? Угу. Хорошо. Так, картошка нам нужна? Вот я не помню, но давай возьмем. Давай. Картошка так быстро не пропадет. Любим красный сорт. Я бы сказал, картошка быстро расходуется. Ну, если особенно жарим. Ну, жарим мы редко ее. Не успевает пропадать. Так, хорошо. 4500 по весу, 7,50 за упаковочку. Пробовали все сорта, но вот красный мне как-то больше понравился. Авокадо у нас еще есть. Можно манго взять. Белый. Два разных вида. $11 за упаковочку, $12 за коробочку. Авокадо $9. Мне кажется, цена тоже постоянно разная на авокадо. Вот я заметила на спаржу то 11, то 7, то 8, то 10, то 9. Не знаю, что она зависит. И возьму, наверное, помидорки черри. Продукт Мексики, только другой. Или вот эти возьмем. Да, это хорошая идея. 8,50 за упаковочку, 900 грамм. Возьмем, да. Да, у нас есть куманта, хорошо. Я знаю, да? Да? Ты же не все использовала. Нет. Ой, хорошая у нас. Планирую. Пачка, да. Так. Все, холодильник? Наверное, да.
О, гигантская клубника. Ну, она зеленая будет, скорее всего, смотри. Поделись. Внутри белая, да, никакая. $9. Главное, бить. Хотя, а нет, это продукт Мексики. Да. Нет, это голубика продукт Мексики, а... США. А страубери, да. Даже не знаю, ну, на вид она выглядит неспелой. Так, голубика $9, клубника тоже $9. Малина у нас $9, продукт Мексики. Ну, какая-то она подгулявшая. Виноград. Да, то органик, вот это. И еще клубника, да? Друзья, а такой скидки не было давно. Костка на Спашу. Смотрите. Вот что я говорила. В общем, оригинальная цена $7, а можно купить ее сейчас за 5. Возьму, конечно, я спаржу люблю. Обжариваю слегонца в оливковом масле, очень вкусно получается. А еще если притрусить пармезаном, вообще пальчики оближешь. Суперское так. Блюдо. Чеснок, клубника, малина, ананас, морковка. Кепки очень хорошие. Я смотрю на клубнику в шоколаде. Было 15, сейчас за 12. Но мы не будем. Возьмем на пробу первый раз вот такую вот пасту. Лапша, нет, это не, да? Паста. Это... Но это еще и спайси. Да. Это интернациональная еда. Не уверен, чья она. Азиатская. Дан-дан нудлс. То есть это лапша с... Ну, там какие-то овощи. Смотри, как смотрит на картинку. Какие-то овощи, ну, со свининой вроде бы написано. Насколько там будет свинина, вкус свинины или свинина сама, неизвестно. Но две тарелки по 900 грамм. То есть, друзья, тут, в принципе, такой хороший вечерний мил. Ну, быстро, по-быстрому что-то, да, приготовить, не заморачиваться. Если я не успеваю что-то приготовить, вот это мне... Ну, и оно готово, ты просто разогреваешь, да, 8 минут, все. Супер. Две упаковочки, каждая упаковочка по килу, по 900 грамм? По 900 грамм. Да. Ну, хорошо, было $15, покупаем за 12. Плюс новый продукт, как всегда, да, мы берем что-то новенькое, пробуем. Пробую. Познаем мир таким образом, почему нет. Так, надо нам холодильник. Возьмем молочко 4 литра, цена 5,69, 2% жирности. Обращаем внимание на срок годности до 18 числа. Да. Отлично. Ну, понятно, что, скорее всего, это такое молоко. Но другого мы не нашли. Хорошее молоко. Смотрим, идет-то и... Да. Так, сливки, вот сливки мы в кофе используем. 4,79 за литр. 35% жирности. До 18 числа. До 17 числа, да. Яйца есть, Ильюша есть. А еще возьмем упаковку безалкогольного пива Budweiser. Цена была 25, покупаем за 20. Очень хорошая скидка. 24 баночки, каждая баночка 355 миллилитров. Да. Такое легкое, легкое безалкогольное пиво. Возьмем две бутылочки лимонада. Лимонада, который очень любит Ульяна. Прям очень-очень. Мы даже не успеваем его довести домой. Она уже выпивает весь. В общем, ежевика, лимон. Бутылка литр 900. Угу. А мы берем две. Две в наборе. 6,89. Еще хорошая цена. Так же? Да? Да, нет, да, это классная цена. Да, а вот на апельсиновый сок за две бутылки 9,50. То есть, да, смотри, 9,50, а мы купили 6,90. И манго, апельсин. Поднялся, мне кажется, они были одинаково. Да? Я не помню. Вот этот сок мы пробовали. Прям в бутылочках так и покупали. Нам мы, не понравилось. Да, проэкспериментировали, мы купили Ульяне в школу. Он ей вообще не понравился, поэтому. Да пришлось, и нам тоже. Но все равно пришлось его как-то добить, выпить, раздать. На кемпинге брали мы вроде бы. Долго он у нас стоял. А еще мы покупали вот такую вот лапшу якисоба. Очень вкусно. Тебе понравилось? Да. Очень было вкусно.
После того, как я попробовала в лапше такие овощи, как, например, горошек, кожури, стала тоже использовать и применять в своей готовке. Очень нравится. До этого блюда не добрались якитори чикен. Ждем. Ну, все равно я тебе скажу, я рис готовлю очень вкусно. Очень вкусно, да? это правда. И как-то не сильно хочется покупать рис. А вот такой, как лапша, можно разок и попробовать. Мы тоже ее ели, да, пробовали? Рамен. А, да, друзья, мы еще думали, что здесь вкус просто какого-то мяса. Да. Или маленькие кусочки пыльца мяса, да? Да. Но на самом деле куски мяса, это что за... Она у нас еще пропала, первая коробка, потому что мы не положили в холодильник. А потом, в общем, а потом купили вторую сразу же. Очень вкусно, рекомендуем такой супчик, да. А еще мне вот это понравилось. Мы, правда, покупали в другом магазине, в Антон. Очень вкусный, действительно, в таких вот пельменях, я не знаю, как правильно называется, целая креветка. Да даже, может, две, нет? Да. Очень вкусный супчик. $17 за 6 упаковочек. А мы покупали в другом магазине за 3 упаковки $15, друзья. Да, в Костко самые выгодные цены. Все понятно. Миюшка будет тоже любить Кока-Колу Zero, да? 32 без баночки. Сахара. Цена какая? 14,70 и 3,20 за баночки, за депозит. Отлично. Получится, целых $18. Возьмем сливочное масло, не соленое. 4,89, 454 грамма. Очень вкусное, ароматное. Нам нравится. Так, хорошая у нас тачка. Мне очень нравится. Так, цена классная на сосиски. Да еще самые вкусные. Друзья, действительно, сосиски очень вкусные, большие. Они вроде идут говяжьи, 1,5 килограмма было, 13,79. А сейчас за 11. Я вот думаю, возможно, даже 2 упаковочки сразу возьму. Да, потому что так будет выгоднее. Мы и так покупаем. Ого! Так, возьму сразу 2. Две? Да. Отправиться в морозильную камеру. Отправиться на барбекю, на хот-доги. Да. Так, хорошо. Покажу вам еще другой вид сосиски. Да, в форме котлеты, друзья. Тоже вкусно, это тоже Ульяна любит. Пойдут ей на завтраки. Да. Она уже полностью 200. Готовая, только надо будет микроволновку закинуть и все. С яйцом, омлетом вообще, перед школой, на завтрак. Вкусняшка. Да, от такого и мы не откажемся. А цена? А какая цена? Какая цена? Было $17 за 200 кило, а покупаем 13,50. Очень хороший соус. У нас он закончился. Он идет для маринада. Так его кушать вроде есть нельзя. Может, кто-то ест. Итак, основа тут вроде чеснок и горчичная основа. Вот я вспомнила. $6, 750 миллилитров. Очень вкусный. Прям такой и универсальный. Да. Хорошо. Прямо оближешь пальчики. Второй соус мы берем, это нандос, пери-пери соус. А почему мы его берем? Потому что он классный, остренький, тоже для мяса пойдет. Идем, зайчик, идем. Да? Но это уже можно вмакать, да? Или для маринада? Это как мне поливать, мне кажется. Да. Целая бутылка литр за $12 без скидки. Так, друзья, значит, мы уже в машине, все погрузились. У нас, как всегда, идет снег. Поменялась погода. Да, погода поменялась. Зима продолжается, хотя уже и апрель. Значит, получилось у нас $356 сегодня. Такая немаленькая, можно сказать, большая закупка для нас. 27 наименований. Вот что я могу сказать, в среднем $13, то есть я могу вывести, что постоянно где-то приблизительно будет $13 за одно наименование. У нас все равно, как бы мы ни крутили, что-то дороже, что-то дешевле. По скидкам получилось $36, вау, что тоже очень отлично, очень хорошо, сэкономили мы тоже хорошо.
Поэтому всем взяли, спасибо. Взяли все необходимое. Да. А что не взяли, нам просто не надо, у нас есть. Это точно. То ли надоело, то ли что-то. То ли да. Вот. Приелось. Да, все для разнообразия. Миюшка выбрала, можно сказать, 90% ингредиентов, продуктов всего для нас. Да, она устала, хочет спать, поэтому везем ее отдыхать. Шопинг удался. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Всем. Да, оставайтесь счастливы вместе с нами и всем пока. Ты пока говоришь? Да, пока.